Ремонт. Легкий ремонт сделал. Вот ты, блядь. Да, нормально все. Какие-то следы от деревьев чуть-чуть совсем. Да, лишний. Ну вот так вот мы ловим деревья. Совсем чуть-чуть. Это совсем. специально обтекаемые формы, да? Ну да, пусть. Чтобы легче было березки уронять. Все-таки от сводки гонщика. С такой ласточкой, блядь. Эта машина, подожди, эта машина, блядь, нам досталась, короче, почти, блядь, как, ну, салон, наверное. Это, блядь, рыжая аэрография. Да. Только, блядь, ой. Да. Это единственная, блядь, машина, которую с такой аэрографией можно встретить. А движок здесь, блядь, как будто как Ford Mustang, нахуй, работает. Реальный движок, блядь, который, ну, заслуживает свое, блядь, название ВАЗ-2106. За рулем сидит Стик. Стик, дай тебя сниму. Это Стик за рулем сидит. Это он прогревает так. Машина, блядь, вообще, ну, охуительная. На такой машине только ехать в Голландию, курить траву, блядь. Больше на ней ничего не остается делать. Все-таки Ванек хочет сбить вот это дерево, блядь. Вот сейчас он собьет его, короче. Все-таки это дерево мне с того года уже не нравится, нахуй. Оно заебало, надо его сбить. И все-таки, блядь, ВАЗ-2106 выходит на трассу и участвует в ралли. Ну, блядь, ну бывают неполадки в нашей машине. В каждой машине бывает что-то. Резину прогрели, да поехали мы. О, ой-ой. Привет. Уех. Оп, блядь, и заебись прямо. А вот, блядь, решили въехать в горку, как на УАЗике. И вот машина приехала, блядь, ну, позагорать. Нет, ты знаешь, даже ничего не помяли. Мне вот интереснее, блядь, что красивее, машина или вид сзади нее, нахуй.